Мои дорогие, всем доброе утро! Сегодня 14 марта, День матери в Арабских Эмиратах и день рождения моей мамы. И мы сейчас приехали на завтрак в отель Intercontinental Dubai Marina в ресторан «Акцент», где мы сейчас и будем завтракать. Ну, я вам, соответственно, все обязательно покажу. Посмотрите, вот у меня мамочка сидит на фоне вот такой вот красивой панорамы в районе Dubai Marina. Вот такая вот здесь красота. Ну а сейчас уже пойдем пробовать шведский стол в этом отеле. Ну, в общем, вот такой вот у нас стол. Так что вот такой вот у нас сегодня завтрак, ребят. Будем все пробовать. Смотрите, какая здесь красота. Вот здесь вот делают кофе, капучино, американо, экспрессо. Вот такой вот здесь кофешоп. И здесь же разливают свежевыжатый сок. Так, ну а здесь, посмотрите, какая красота. Вот такие вот здесь подаются йогурты интересные. Вот такой вот лабне здесь тоже подаются. Оливки, салатики фруктовые. Холодные закуски, вот cold mezze. В общем, вот такая вот красота. Масло, мед, круассаны, хлеб. Все просто нереально здорово. Смотрите, какая красота. Круассанов мы уже с мамой налопались. Кексики здесь тоже есть. Всякие тортики здесь тоже есть. Вот такая вот красотища здесь. Так, ну а здесь уже фруктики. Смотрите, ананасы, апельсины, арбузы, киви, финики, самое главное, салатики здесь же. И здесь же еще рыбка, ветчина, сыр. Ну, то есть на этом завтраке можно просто, ребят, объесться. Реально можно объесться. Вот, ну а вот там вот уже горячие. Вот здесь вот готовят омлет, но омлет мы уже съесть не смогли. Здесь же подают бекон. Здесь же подают сосиски куриные. Вот. И здесь же подают картошечку жареную, помидорки, фасоль, пиццы маленькие. И вот такие вот арабские пирожки со шпинатом. Шпинат паттайя. Ну, то есть чего здесь только нет, ребят. Так, а здесь что у нас? О, смотрите, какая красота. Даже есть индийский хлеб здесь с парата. Вот такой вот отсюда открывается роскошный вид из этого ресторана «Акцент», который находится в отеле Intercontinental Dubai Marina. Ну что, Зинаида, понравился вам завтрак? Обалденная красота. Я говорю, еда понравилась в ресторане? Еда очень понравилась. Накушалась от души. Если бы меня каждый день так увидели, так я бы рассказала. Всем приветик. Мы с мамой приехали в отель «Зааби-Сарай». Приехали мы зачем? Отдыхать, купаться, загорать. Правильно. Поэтому будем сегодня отдыхать, купаться и загорать. Вот такая вот здесь красота в отеле. Люстра, которая сделана из полумесяцев, центральная люстра, фонтаны и золотые колонны. А еще в отеле «Зааби-Сарай» мне очень нравятся цветы. То есть здесь всегда очень красивые живые цветы. Но вот сегодня белые розы. А еще здесь есть вот такой вот черный рояль. И очень вкусные пироженки в кофешопе. Но сюда мы вернемся чуть позже.
Потому что сейчас мы пойдем на пляж, а потом попробуем что-нибудь вот из этих роскошных пирожных. Кондитер у них здесь просто невероятный, потому что сколько раз я пробовала пирожные в отеле «Забив Сарай», они очень вкусные. И есть даже пирожные в цветах национального флага. Вот они. Ну, в общем, красота, и все очень-очень вкусно. Сегодня в мамин день рождения, 14 марта, мы приехали в отель «Забив Сарай». Один из самых роскошных отелей, который находится на острове Пальма-Джумейра. Искусственно созданном острове в Эмирате Дубай. И вот такая вот здесь красота, вот такой вот здесь огромный роскошный пляж. Мама уже купается, а я просто здесь вот брожу среди пальм и любуюсь пляжем этого отеля. Так что вот, вот наша именинница плавает в Персидском заливе. Вода вообще роскошная, очень теплая вода. И вот такая вот здесь красотища на острове Пальма-Джумейра. Вот она, мамуля, плавает в Персидском заливе. Да, плавает она со специальной поролоновой палкой, потому что ей так удобнее. То есть она просто висит на воде, и особо гребсти ей не нужно руками. Говорит, что очень удобно. Как водичка? Хорошая сегодня. Теплее, чем позавчера была. А сейчас мама в бассейне уже плещется. В бассейне вода гораздо теплее, чем в море. И вот она, наша рыбка, плавает в бассейне в отеле «Забив Сарай». Пирожные в отеле «Забив Сарай». Мама, иди выбирай, какое пирожное ты будешь есть. Какое? Да? Какое? Ну, в общем, мы пришли в кофешоп отеля «Забив Сарай». И сейчас будем пробовать с мамой пирожные и кофе в этом отеле. А мама вот орхидею рассматривает. Кстати говоря, на столах стоят стерилайзеры здесь. Ручки стерилизовать. И вот такие вот салфетки специальные тоже, чтобы стерилизовать руки. Так что времена коронавируса, как сами понимаете. Зин, кресло прям как для тебя сделано. Ты в нем очень хорошо смотришься. И прямо даже шарф как-то он в тон кресла подходит. По-королевски так прям.
Нам принесли вот такой вот фруктовый тортик с частичкой золота. И маме принесли вот такой вот фисташковый тортик тоже с клубникой. Так что вот такой вот у нас красивый стол сегодня. Только еще кофе ждем. Ну, конечно, капучино ждем. Да, кстати говоря, тортики здесь стоят $12, а капучино здесь стоит $11. Ну и как тортик, пироженка? Так вкус-то какой? Обалденный. Вкус какой? Сладкий, вкусный. Так что там внутри-то, мам? Еще не поняла. Фисташки там. Как ты их не поняла-то? Фисташки и клубника. Вкусно? Клубника. Это клубника, да? Ну что, каждый день сюда ходить очень будем? Вкусно. Если денег хватит, будет они. Если денег хватит, каждый день будем ходить? Сказала, что вещи ей в Эмиратах покупать не надо. Правильно? Хотя и предлагала что-нибудь купить. Она сказала, что она хочет хлеба и зрелищ. Ну а раз я гид, соответственно, и хлеб, и зрелище я ей точно организовать смогу. Правда? Да. Сегодня с утра около Забиль-сарая мы увидели вот такую вот интересную вещь. Круизные лайнеры, которые паркуются здесь, около острова Пальма-Джумейра и района Дубай-Марина. То есть, видимо, сейчас здесь им разрешили парковку, потому что раньше, насколько я знаю, круизные лайнеры, они всегда парковались в порту Рашид. Но сейчас они здесь, рядом с островом Пальма-Джумейра. Такие вот огромные круизные лайнеры, красивые. С днем рождения, Зинуля! Сколько тебе лет исполнилось? 8. 8? Хорошо. 18. 18. Хорошо. 18 я согласна. 18 лет это хорошо. С праздником. Спасибо. У меня на сегодня все, дорогие мои. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, задавайте вопросы и пишите комментарии. А я буду продолжать рассказывать вам о наших с мамой приключениях в Объединенных Арабских Эмиратах. Всем пока-пока, всем хорошего дня и отличного настроения!